Привет! В молодежной хоккейной лиге питерский СКА 1946 стал лишь третьим гарантированным участником плей-офф. Напомню, что в списке снайперов Матвей Мичков уступает одну шайбу Александру Кисакову из «Динамо». И, кстати, скоро будет очная встреча лидеров. У нападающего «Оттавы» Артема Анисимова серьезные проблемы. Клуб выставил его на драфт отказов. Но не исключено, что хоккеист никого не заинтересует, и он еще сыграет в «Оттаве» или вернется в «Локомотив», хотя вряд ли он там нужен. Не стоит считать, что случилась какая-то сенсация. Артем Анисимов просто уже не тянет уровень НХЛ. Да, в нынешней «Оттаве» вообще мало кто тянет, но ведь речь не о них. У Артема уже второй сезон довольно посредственная игра. Был бы он местным хоккеистом, то, может быть, на это закрыли глаза, но он чужак. И совершенно не отрабатывал свой контракт на 4,5 миллиона долларов. Но будем честными, обмен в «Оттаву» и так уже был почетной пенсией для Артема. И он должен быть рад, что его контракт вообще не выкупили. В «Чикаго» он ничем помочь не мог при перестройке состава, а в «Оттаве» просто доигрывал. Да он и сам смирился, как кажется. От энергичного Артема времен «Рейнджерс» давно ничего не осталось. Пропала мудрость и работоспособность Анисимова времен «Чикаго», когда он реально сделал многое для Кейна и Панарина. Но он уже не был столь значим для клуба, как в «Коламбусе». Мы видели, что это уже довольно посредственный хоккеист не только в НХЛ, но и на чемпионатах мира. Лучше бы он не приезжал, чем выступал в такой форме. Но не исключено, что Анисимов еще выйдет на лед в составе «Оттавы». Вряд ли клуб будет выкупать контракт, а с драфта отказов хоккеиста никто не заберет. Он просто не нужен. Остается возвращаться в Ярославль или еще куда-нибудь в КХЛ, но клуб, который подпишет с ним соглашение, просто выбросит деньги на ветер. Прошлой ночью наконец-то свою первую шайбу забросил Илья Михеев. Он поразил ворота Монреаля в гостевом матче, впрочем, хозяева провели свою худшую встречу. Артемий Панарин совершил грубейшую ошибку в игре против Бостона. Александр Георгиев снова не выручил. Тем временем в лиге по-прежнему сходят с ума из-за ковида и теперь отменили матч Рейнджерс-Филадельфия, запланированный на 14 февраля. Скоро уже переносить игры будет некуда. Евгений Малкин покинул последнюю тренировку из-за раздражения глаза. Пока даже непонятно, сыграет ли он в следующей встрече. Вадиму Шипачеву предложили новый контракт в «Динамо» по схеме 2 плюс 1, но форвард пока изучает финансовые составляющие договора и ничего не подписывает. Просочилась новость, что в Сибири по итогам этого года никаких изменений в руководстве не будет. Генеральный менеджер Кирилл Фастовский сохранит свой пост и будет работать над исправлением ошибок. Причину называют странную – действующий контракт. Нет-нет, договор тут совсем не имеет никакого значения. В России бумаги большой ценности не имеют, и я люблю вспоминать, как Андрею Скобелку уволили из «Авангарда» к концу чемпионата, когда с ним заключили трехлетнее соглашение. Дело, мне кажется, куда серьезней. Новые владельцы клуба просто потеряли интерес к Сибири. Возможно, они просто обязаны финансировать еще один год или готовы это делать по каким-то причинам, но что будет с деньгами, когда их переведут на счет клуба, им безразлично. Я не настаиваю на немедленной отставке Фастовского. Несмотря на то, что он провалил уже не первый сезон, а в нынешнем потерял и симпатию, бегая от журналистов, должность у него непростая, и работать на ней в таких условиях чрезвычайно сложно. Фастовский трудится при довольно ограниченном бюджете, спонсоры клуба не слишком аккуратны в выполнении обязательств, а хороших игроков на рынке все меньше и меньше, и пара неправильных трансферов способна убить весь сезон. Не думаю, что у его кабинета очередь желающих заменить менеджера. Это не «Авангард», не «Акбарс», даже не «Трактор» с «Северсталью», где и не понимают, что такое задержки по зарплате. Но пугает то, что все всех устроило и никаких выводов не будет сделано. Вратарь Александр Лазушин подписал контракт со словацким клубом «Детва». В этом сезоне Александр выступал в Риге и Кумлуне и не одержал ни одной победы в 5 матчах. И последнее. Сегодня стартует 3-й этап Евротура. Накануне наша сборная провела полноценную тренировку. Состав, конечно, поразительный, и ради этого прерывают чемпионат КХЛ. Моисеев, Рубцов, Чибриков. До свидания.